Друзья, всем привет, с вами, как всегда, Алексей Крылов. Ну что, я доехал домой. Вот, самолет у нас прилетел поздно ночью. Это я показывал в предыдущем видео. В этом видео что хочу показать? Я вез мангу в багаже. Вот, и это такой главный вопрос. Можно ли ложить мангу в багаж? Довезется оно или нет? Полная сумка сувениров. Вообще, на что надо рассчитывать по поводу мангу? У меня тут целая коробка. Одна коробка, вот если брать полную, весит у меня 9 килограмм. Но надо рассчитывать, короче, коробка это примерно 10 килограмм. Вот, моя сумка затянула, норма багажа 23 килограмма, 22, 400 там было, я показывал. Вот, итак, сувениры, которые я привез. Это семечки, сейчас будем все выкладывать. И проверим мангу. Так, чай каркаде. То есть семечки нормальные, каркаде не помялся. Вот, то есть он в отличном состоянии, то есть все хорошо. Сумку там особо, я так понял, не швыряли. Так, это слуп в Луксоре покупал от сглаза. Потом пакет с красным перцем. Это вот показываю сувениры, которые я привез из Египта. Нубийская шапка для Даши. Вот, утром оденем. И дальше. Здесь у нас что? А, здесь у нас получается для волос специальная штука. Я так понял, это с черным тмином. Ну, типа какого-то крема. Вот здесь какие-то витамины. А, это очки для плавания Даши я еще взял. То есть все целое, все нормальное. И здесь витаминами попросили купить. Есть. Потом. О! Это я вам скажу, взял тапочки в Риксосе. Ну и самое главное, это мангу. О, вроде бы, смотрите, все целое, ничего не потекло, ничего не помялось, все отлично. Да, оно такое еще твердоватое. Ну как, то есть я думаю пару дней, я думаю вот это уже можно сразу есть. Вот, поэтому с мангу все отлично, довез. Вот это все стоило, сколько штук, так, 6, 9, 15 штук, большой такой красивый сочный манго, $18 обошлось, вот этот пак, 9 чем-то килограмм. Так, у нас сколько сейчас, час 38 ночи, я себе сделаю борщица, поем, не буду спать. Ну что, буду ложиться спать, но сейчас самое главное. Время взвесится. Я говорил, что надо добить до 100 килограмм. Мне на самом деле очень страшно, но я взвешусь. Хватит ездить по все включено. Иду в спортзал. Короче, надо заниматься собой. 100 килограмм это, я говорил это, в принципе, в шутку. Но видите, мысли, они материальны. Короче, 100, ровно 100. Цель достигнута. Вот, я даже не ожидал. Как-то так вот. 100 килограмм это 1 центнер. Я вешу теперь 1 центнер. Все, пойду спать. Ну что, всем доброе утро. Я отлично выспался, наступил новый день. Сейчас у нас наступает завтрак. Будем завтракать египетский манго. Вся семья в сборе. Многие спрашивали по поводу Дианы, как у Дианы дела. Привет. Самый главный вопрос. Диана родила, не родила? Вот, пока что, как все, видите,
не родила. Итак, мой завтрак. Овсяная каша. И сейчас сделаю чашечку кофе. И все. Потому что 100 килограмм – это 100 килограмм. Это центнер. После поездки у меня сейчас появилась цель обновить всю свою технику, купить ноутбук, немножечко помощнее купить, возможно, другую видеокамеру, купить телефон, потому что и у меня есть желание уже снимать полностью на мобильный телефон. Ну, посмотрим, потому что камера привлекает к себе очень много внимания. Телефон сейчас – это в пределах нормы, куда ни приди, все там фотографируют, снимают. Поэтому как-то на телефон, мне кажется, будет лучше, тем более качество на телефонах сейчас хорошее. Вот. Сейчас грядут, ну, в будущем уже, новогодние праздники. Грядет 11.11, это всемирная распродажа. Поэтому сейчас я определяюсь с техникой, и вот к этим датам, когда начнутся уже скидки, что-нибудь себе буду уже приобретать. Вот. И самое главное, что нужно использовать, это кэшбэк, потому что магазин предоставляет скидку, и еще дополнительно можно получать скидку к скидке, вот так это скажем. Я использую кэшбэк, который называется Smarty Sale. Как это работает? Под видео будет ссылка на кэшбэк. Нажимаем на эту ссылку и переходим на сайт Smarty Sale. Что нужно сделать? Все очень просто. Просто вводите ваш email, придумайте пароль и нажимаем зарегистрироваться. Работает в огромном количестве стран, там более чем 2200 магазинов. Экономить можно на всем, выбираете магазины по категориям, то есть это те магазины, где вы обычно совершаете покупки. Вот, автомото, все для дома, детские товары, инструменты, парфюмерия, отдых, туризм, услуги, спорт. Даже можно заказывать продукты на дом и за это тоже получать кэшбэк. Как это вообще работает? Смотрите, переходим на примере вот AliExpress, переходим в официальный магазин AliExpress. Все, вы на сайте. И самое главное, просто перейти через сайт кэшбэка. Совершайте покупку, и вам идет возврат средств. В данном случае это будет 5%. Это очень удобно. То есть, если вы купили, например, что-то на 10 тысяч, то возврат будет 500. Выводить средства можно от 5 рублей 5 гривен, не надо накапливать огромную сумму. Выводить можно на карточку, Visa, MasterCard, либо на счет мобильного телефона. Если вы не знаете, что такое кэшбэк, советую вам разобраться и экономить деньги в интернете. Можно использовать приложение Smarty Sale, либо покупать через сайт Smarty Sale. Поэтому разбирайтесь и экономьте деньги в интернете. Ссылка на Smarty Sale будет под видео. Ну и самый частый вопрос, который мне задают: Алексей, куда же ты отправишься дальше? Какое следующее путешествие? Вот, я уже сказал, что я пока что напутешествовался. Мое следующее путешествие будет в спортзал, но самое главное путешествие, которое будет у нас, это путешествие в роддом. Роддом. Романтическое путешествие, да, это на несколько суток. Да, романтическое путешествие на несколько суток. Сначала вдвоем, потом втроем. Да, мы уже готовим вещи. Ну, на самом деле, у Дианы уже собраны вещи, то есть есть комплект, который нужно будет брать в роддом. Вот. А так мы потихоньку готовимся к появлению нового человека на нашей планете, Земля. Гладим вещи, гладим, как эти тряпочки называются? Пеленки. Пеленки. Ладно, не буду позориться, вырежу это. Или не вырезать. Тряпочки, да. Когда много знакомых, родственники узнали, что появится ребенок, и уже ближе к дате рождения, мне столько вещей начали давать. То есть мне пишут и зрители тоже. Говорят: Алексей, давай мы тебе передадим то, давай передадим это. И у нас уже прям целый склад этих вещей собрался. Ну, я в большинстве случаев отказываюсь, потому что нам уже девать просто некуда. За это огромное спасибо. Даже соседи по дому предлагают. Я вот нес детскую кровать. Говорят: о, давай мы тебе отдадим детские игрушки. Поэтому я так понял, у кого рождаются дети, не проблема, наверное, с детскими игрушками совсем. Потому что если есть знакомые, у кого уже есть дети, они все это отдают. Получается, первый год
жизни ребенка, но так же самое и с Дашей было, то как-то трат меньше всего на одежду, на все остальное, потому что покупаешь по минимуму, действительно, многие отдают, а вещи как в хорошем состоянии, потому что или вообще не пользовались, или один раз, потому что дети очень быстро растут, да. Особенно первые месяцы. Вот. Мне кажется, никогда. А сейчас особенно у меня же получается благодаря Даше много знакомых, у которых дети есть. Раньше было меньше. Да. Мы уже купили вот пеленальный столик. Вот такой вот. Он получается вот так вот сверху открывается, раскладывается. Ну, очень удобная штука так на первое время, а потом он уже будет не нужен. Когда была Даша, у нас тут стояли кубики, и сверху такой, как это называется, пеленатор из поролона. То есть Даша была в таких спартанских условиях, так скажем. А сейчас мы уже... Ну, до рождения Даши я думала, что пеленальный столик – это бесполезная вещь. Я не понимала, зачем она нужна, пока первую неделю жизни Даши не... Короче, я ее переодевала на диване, ты нагибаешься над ребенком, а поясница страдает. Ну да. Тогда мы быстро сообразили, как можно повыше ее переложить. В этот раз у нас, например, когда рождалась Даша, получается, у нас все так неожиданно, мы среди ночи поехали в роддом. В данной ситуации у нас уже как? Ну вот как путешествие, например. У нас уже есть путевка. Вот. У нас уже есть дата, когда мы будем заезжать в роддом. Есть ориентировочная дата, когда уже... Ну, у нас будет плановое кесарево по показаниям. Вот. Иногда говорят, что ребенок должен сам выбрать себе день, когда он будет... Когда он родится, но ребенок выбрал себе плановое кесарево. Без этого, короче, никак. Вот. Так что вот такие дела. И я тоже поеду в больницу. Ну, как бы вначале Диана поедет, а потом уже подключусь я. Вот. Вот такая ситуация, потому что... Будет жить со мной. Да, пару дней. И там реально сказать, ну, поскольку я нужен, получается, отдельная палата, она там идет за дополнительную плату. Вот, это в государственных больницах везде так, да, так понял? Ну, если хочешь, да. Да. Ну, как ты нужен? Народы, ты присутствуешь бесплатно. А дальше... Это тоже по желанию. Ну, кто да. сам справляется, ну, я просто, сам справляется. Да, я просто с Дианой был в первый раз, я видел, как ей было тяжело. Ну, поскольку человек после операции, поэтому, мне кажется, все-таки ну, нужно там побыть, чтобы элементарно подать там чашку с водой. Вот, поэтому... Ребенка. А? Да, или подать ребенка, да, последить за ним. Вот, чтобы она уже более спокойно могла отходить от операции, вот так вот скажем. Вот. Что тут еще добавить? Ну, покажу условия, в которых мы будем жить, потому что сутки в палате, вот, ну, это же обычная палата как бы стоит, в районе 50 баксов. Это необычная, это семейная. Семейная палата, да? Это значит, что ты со мной. Короче, вот палата на нас двоих, вот, буду говорить в баксах, 50 баксов. Вот, посмотрим. Сейчас иногда даже... Чем кормят в роддоме. Да, посмотрим, чем кормят в роддоме, в каких условиях мы будем жить. Потому что 50 баксов в сутки, это можно... Все-таки такая сумма. Я показывал, что можно полететь за 200 баксов на человека в Египет. Вот. И перелет, питание, все включено, проживание. То есть полноценная путевка на человека. А тут мы... 50 баксов в сутки в больнице поживем и покажу условия. Вот интересно будет сравнить. Сравнить несравнимое. Ну да, это сравнить несравнимое. Дианина подруга вяжет вот такие классные штуки. Она нам уже подарила, связала одеяло. Или как это правильно называется? Плед. А? Плед. А, плед. Это получается на выписку, наверное, да, идет? Ну да, но она взяла специально так, чтобы мы им потом пользовались. Ну вот. Помягенький. То есть вот такое классное одеяло. И Даша шапочку. Вот такую классную шапочку, еще шапочку для Даши. Ну, прям очень круто, прям такое приятное. Для рук, для кожи рук. Поэтому в жизни грядут огромные изменения. Если честно говорить, еще как-то мозг даже не понимает, что будет происходить. Ну, как бы типа понимает, вот. Но на самом деле, когда рождается ребенок, честно сказать, очень сложно становится. Особенно мамам реально очень сложно, потому что бессонные ночи,
И что самое интересное, это все очень быстро забывается. Вот. Я не знаю почему, то есть, когда появилась Даша, ну, действительно, она могла рано встать, значит, кто-то из нас должен был рано проснуться, вот. Не, ну, если еще брать Дашу, то у нас особо бессонных ночей с ней не было. То есть, как, чтобы она все ночи не спала. Ну, да. Там первые 4 месяца она вообще спала отлично, там по часам просыпалась. Просто бывает такое, что ты ребенок проснулся, там ты его покормил, уложил, а сам спать не можешь. А ребенок же уже скоро встанет, а ты нет. Ну, короче, ты становишься зависимым. Ну вот. Просто Даша уже 4 года, я уже такая независимость получила, получается, материнскую. Да, получается, нет своих потребностей. В первую очередь ты должен исполнять потребности ребенка. Вот. И вот эти путешествия, я помню, как нам было тяжело вот с маленьким ребенком, ну, с Дашей. Сейчас она выросла, сейчас уже с ней очень просто путешествовать. А изначально... Ну, проще, как бы. Проще. В каком-то плане, да. Потому что с ней уже можно о чем-то договориться и так далее. Тяжелее стало в том, что там, допустим, мы куда-то на экскурсию или куда нам надо идти. Угу. Мы ребенка взяли в коляску или на руки, понесли, и все. Ребенок не возмущается, ему все равно, где он с мамой. А Даша уже не все равно. Мы говорим, пойдем погуляем, там по городу пройдемся. Она говорит, а я хочу в бассейн или там еще куда-то. И ты уже, короче, должен найти компромисс, чтобы всем было. Ну да, должен уже договориться. И это не всегда получается. Да. Так что посмотрим, как будет у нас в этот раз. Я не знаю, что добавить, поэтому... Наверное, в следующих видео мы уже поедем в роддом. Потому что дата родов уже совсем-совсем близко. Она очень близко. Как в этой рекламе, там роды приближаются, роды приближаются. Так что, что сказать? Давайте пожелаем Диане хорошо родить. Вот. Что говорят в этом случае? Я не знаю. Ну, вообще говорят, легких родов. Легких родов, да. Да, кесарево, я не знаю, как. Легкая операция. Восстановление. Да, чтобы ребенок был здоровым, чтобы все было хорошо. Вот, на этой прекрасной ноте буду заканчивать это короткое видео. Мне, наверное, нужно это легкого восстановления, потому да. что. Как в процессе операции лично я участвовать не буду, там от врачей все зависит. А вот дальше, ну, конечно, очень сложно, первую неделю особенно. Да. Так что желаю всем счастья, мира, хорошего настроения по утрам, чтобы все у вас было хорошо. Так обреченно желаешь всего, как будто у всех это будет, а у тебя уже нет. Всем квартиру, машину, вертолет, яхту, пароход, мешки денег, вот кому и нужны. Детей. И детей, да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот, а у нас начинается все самое-самое интересное. Все, всем пока.